Мы с вами сегодня сделаем брусчетто. Вот такой вот хороший, вкусный хлебушек с различными семечками. Можете использовать любой хлеб, который вам нравится. Я его сейчас буду поджаривать на оливковом масле. Вот я возьму буквально два кусочка такого хлеба. Вот так вот. Масло не жалейте, ну и много тоже не нужно. Тем временем мы с вами нарежем очень тонко прошчутто. Невероятная вкуснятина, ребята. Если вы никогда не пробовали, обязательно, обязательно купите и попробуйте. Вот наш хлебушек, наша брусчетта, смотрите. Вот так вот я ее поджарил. Давайте мы ее сейчас с вами натрем чесночком. Следующий момент. Итальянский сыр моцарелла. Я не использую томат, потому что у нас с вами томатный суп. Зачем нам лишний томат? Мы с вами будем использовать песто. Я вам хочу сказать, что итальянцы, вы знаете, они прямо вот в хорошем смысле пищевые извращенцы. Они очень много дали миру вкуснейших рецептов, как, кстати, и французы. Вот это две державы, которые являются лидерами в кулинарии во всем мире. Замечательно. Вот мы с вами это дело сделали. Давайте немножечко добавим еще пармезан. Вот так вот прямо подчикаем. И сейчас, когда моя духовка нагреется до 200 градусов, я их поставлю, ну, скажем так, ближе к грилю. Но не слишком близко, иначе он быстро начнет хлеб гореть, и сыр не успеет расплавиться. Где-то вот середина и чуть-чуть выше. Брусчетта в сочетании с этим супом просто невероятная комбинация. Вы знаете, то, что мы их обжарили на сковородке, на чугунной сковородке на оливковом масле, получился такой легкий привкус гриля. Наша песто, вот посмотрите, как мы делаем песто в нашем видео, я вам сейчас показываю. Посетите его, там тоже много интересного. Наша песто обладает очень интересным вкусом, потому что мы использовали фисташковые орешки. Плюс, конечно же, моцарелла – это классика.